Знаешь, я зашел, такое впечатление, что там туман стоит, да? Да. Есть такое. Угу. Представляешь? Так, ты видео снимаешь, да? Да. Туман грибной. Ну да. Так, вчера мы посадили грибы. Сегодня идем собирать урожай. Дезинформирую. Ну давай посмотрим. Я Давай. градусники положил, потому что они стоят, чтобы знать, какая температура внизу. Но сразу уже вижу, что она начала подниматься. То Потому есть, что пол теплый. ну где-то здесь немножко видно, вот там мицелии. Ну они уже не проснутся так буквально Но мы хотели за пару посмотреть часов. наличие дыр А мышей. нет, а мышь он... Нет, им все равно, да? Не, ну не слышат по запаху, что там ничего вкусного Чувствительного нету. нет. Ну, пока сейчас ожидать. Охранник свои должности справил. Вот здесь потом, смотри. Шайбочки. Ну, вот на шайбочках будет классно видно. Вот видишь, вот эти белые точки, это там, где попал мицелий. Здесь будет очень хорошо видно, как он начнет прорастать. Буквально пройдет дня 2 или 3, и он здесь начнет вот такие первые свои, ну вот, рост. Сети Сети. Если пускать, ага. был бы абсолютно прозрачный пакет, то здесь можно, а ну смотри, Вот. он сразу, вот зернышко, не трогай, не Беленькое. трогай, оно сразу такое, вот сейчас вроде как зерно, оно сразу такое мутноватого цвета делается, это значит уже мицелий начал расти. Ну там за пару часов уже, так все, может не проснуться еще. Не, во всех, просто ну, такой пример показываю, сейчас пока нечего показать. Шериф. Шериф. Миска. Иди сюда, к печке.